Дорогие друзья, правда, она всегда очень простая. Но иногда тысячелетия, века ее размывают и скрывают. Но сейчас наступил век интернета, и можно задать вопрос, например, в Гугле. И сразу получите ответ. Пожалуйста, не поленитесь. И вы можете узнать, что пел Иисус из Назарета, когда ходил дышать на 40 дней в пустыню без еды и без воды. Достаточно в Гугле набрать слова «О, дышащая жизнь!» И вы узнаете, как он дышал 40 дней. Правда, она всегда пробьет себе дорогу. Я желаю вам вечной жизни, здоровья.